В этом видео я прикинусь Оксимироном в чат-рулетке. Как Оксимирон читает? Зачем думать Оксимирон? Еще зачитаю пару треков в его стиле. Мы протестанты, дебоширы, но мы не стадо россиян. А особо дерзким я покажу, что такое батл-рэп. Вы боты? Ты? Кто ты? Нихуя себе, вот это ты, блядь, заряжаешь. Всем привет, жители коробки, с вами Badbox. Вы просите нас вернуть Оксимирона в чат рулетки. Первую часть вы можете посмотреть в наших прошлых видео, а вторую мы сделаем прямо сейчас. Поехали! Не смотри в коробку, если мама запрещает. Эй, пуси, у меня куплет Узи. Я вызываю тебя на батл, ты несколько лет трусил, я знаю тебя. Давай, батл со мной. Не очкуй, или ты очкошник? Очкошник? Минус С, минусовой С. Что? Минус С, батл. Акапелла. Мы батлимся только акапелла. Давай, выходи сюда. Эй, сквай, МС Джон, это приятный дом Ханди, сэшу перекунча, сэрэй кулабу, реуни мой спецчуа, МС Джон и Джон и Дэ, кэра мэка на мачак, мэ дону ки мазуру, адэ дэрасэ тума, я каси дигаасте, мэ фурам багум тэран, криминали тэ района, на хума дам хума, я тэ дэ бону мрэ кэчуа, мэр бэгам фила дэ усэ, хэ мэ пэт мэ Инак хондам, инак хэдадам, мэ дону мэра, да буду бит, мэ фума тэ тэ пит, ва, всё? Здорово, скрипт, нихао. Нихао. Ходил ли ты на митинги 23 января? Не, не ходил, а дома сидел. Зачем? Почему? Да потому что я не в самом городе живу, а область далеко туда ехать. Но ты бы пошел, да? Ты бы пошел. По телеку. Ты бы пошел? Да нет, так-то. Не было интереса такого. От этого толку нет никакого. Показуха обычно. У меня плохо дела. Дело, точнее, его а завели. Что? Теперь у меня нет работы, понимаешь? Я с тех пор на мели. Знаешь почему? Лучший косплей, который я видел. Потому что я гулял по улочке, набит, обреченный. И кто я теперь? Политзаключенный, а? Что мне делать? Меня кинули в автозак, как собак. Думал, сунут в попу что-то стеклянное, но оказалось там башмак. Понимаешь? Я был заперт в камере целых 20 минут. Мне было сложно, но я сказал себе, не могу сдаться, не тут. И я написал гимн. Короче, меня посадили дома. Теперь под домашний арест. За мой страстный протест. Вот так и вышло. Ну, я, можно сказать, тоже под арестом, но не домашний. Ты в армии, да? Да. Класс. И по своим домашним арестам, короче, чувак, я... Написал трек про протесты, про то, как меня посадили. Меня все это вышло, я это выблевал, высрал и выблевал. Короче, хочешь послушать? Мне интересно, что ты скажешь. Я говорил себе, Путин, не бойкотируй митинги, чтобы подкинул там Путин мне на квартиру Митина. Но я не мог быть частью этой системы и выбрал вместо дворцов себе тюремные стены. Повсюду гнев народа, потому впитал его в себя. Мы протестанты, дебоширы, но мы не стадо россиян. Госпропаганда через телек кормит старика, но зато теперь мы строим все мысли в форме баррикад. Завели в автозак и забили дело. Моя жена декабристка в суд со слезами влетела. Теперь мы самаритином поняли стадо едино. Ведь мы боимся, как все, суровый взгляд Палпатина. Я несу свой крест на Голгофу. Я страдал за всех, но всем похуй. Облысел, как лысый владыка. Мыслим булика, но будут крысы на пиках. Нихуя, зачем? Да, по-любому, фанат Оксимирона, как Оксимирон читает, близко, пиздец. Очень близко? Нет, я его брал. Тебе понравилось, скажи? Как тебе? Вообще красава. Давайте это, ну, продолжение твоего творчества, всего тебе самого. Стой, подожди, нет, ты так красиво просто... читаешь. Нихуя себе. Слушай, вот честно говоря, я когда, ну, на гражданке был, я очень далек от такой музыки, но, блядь, мне понравилось.
Я в основном, знаешь, я что-то писал такое в машине, да, слушал. Но, блядь, вот это закатило мне. Я не знаю, почему, но закатило, нахуй. Аж это, аж качнул, ёбаный рот. Ее, я прокачал тебя! Отлично, чувак. Ну, классно, классно, мне нравится. Тебе понравилось? Да, честно. Это... Знаешь, похоже на какого-то Джарахова? На Джарахова похоже? На Эльдара? Ну, он читал как-то, короче, что-то такое. Какое? Ну, мотив, не мотив похож, а типа вот то, что там как-то орал, короче. Вот ну, так? Ты, мне пора, прикольно. Жирный лох, ты сделать бы жир не мог. Это силикон или мышцы Тарзана? Ты плохой торгаш, ты не следишь за базаром. Я первый, как первый номер. Ты спермабак, я спермадонор. Я терминатор, ты Сара Коннор. Я спал своей тёлкой, ты спал со Страпоном. Гомо-гей, бухая мразь, сиди дома, пей и кричи всем мир. Я пью кровь оппонентов, я вампир, ты выпиваешь у них что-то другое, ты спермпир. Все. Раунд, сучка, унижен. На батл с тобой? Да, прямо сейчас. А ты вытерпишь? Я попробую. Ну ты обещай, что ты не заплатишь. Ладно, хорошо. Я попробую, давай, батли. Я серплю. Ну и как? Почему ты молчишь? Стерпел? Вы боты! Ты? Кто ты? Ты в этом моменте решай! Иначе я дам тебе леща, и ты будешь видеть все в эффекте фиш-ай! Понимаешь? Нихуя себе, вот это ты, блядь, заряжаешь! Еее! Рот! Здравствуй, горло! Тебя кончали кавказцы. Их сперма для тебя как с горла вина. У тебя глубокая глотка, я зову тебя мистер горло вина. Ты вот так вот вертишься на хуях. У тебя горло спиннер. Ты снималась в порнухе для геев, ты порно-пинер. Ууу! Ой, блядь, думал Оксимирон. Я? Нет? Да. Ты подумала, это я? Ты узнала меня? Да не, на самом деле я тут читаю... коммуналку. Тут пиздец. Тысяча... О, реально? Ебать, давай. Это настоящая российская жизнь. Тихо, тихо, давай. А чего оно такое смято у тебя все? Да потому что это нервы, понимаешь? Вот тут 1576 плюс 4212. Сколько можно? Что за калькулятор? Сколько здесь комбинаций? Куча коммунальных платежей. Как банда анальных плохишей. Нас смеют, мы кричаем. Наша попка для них сальная мишень, понимаешь? Тут столько бумаг. Да. Тут столько бумаг. Нас сгубила всех нищета. Не знаю, что просите, свести счеты жизнью или это счета. Короче, просто жесть какая-то. Полная хуета. Знаешь, вот тут, вот. Травля тараканов в подъезде. Откуда это? Я же сам все это сделал, знаю один чудо-метод. Я отложил в подъезде несколько кучек своего кала. И теперь там нет ни соседей, ни тараканов, понимаешь? Умно. И короче, сегодня, блин, я заебал все, и я написал трек про ебаные коммунальные платежи. Хочешь послушать? Оценить? Да, давай, да. Оценить? Я просто фанат как Оксимирона, и ты реально, блядь, максимально похож. Окей, смотри. Я чуть было не свалился, сейчас со стула хмурый. Ведь я завален стопками макулатуры. Вся почта из квитанций на оплату. Из-за этого моя жизнь имитация как фантом. Ведь я нищий поэт, есть отличный момент узнать, откуда тут взялось 2000 за свет. И с тех пор пишем при свечах, и в доме стало тускло. Давно погас очаг, по мне говорит Заратустра. В батарее греет любовь Тартер. Жизнь комедия, 9 кругов Данте. Ростовщики, кредиторы, не беги, увидят вора. Но я все дам им скоро. За отопление, горячее водоснабжение. Я мог бы оставить мнение, но все мы всего лишь звенья одной цепи управляющих компаний. Вроде помылся, но счетчик накрутит воду, как в бане. Неси калькулятор, быстрей, брат. На руках стигмата всех стран. ЖКХ приматы, не верь в ад. Там тебе не рады, ты диктант. Вот такой вот трек. Охуенно, братишка. Тебе понравилось? Если... Да, честно, да. Если мне включили бы вот, ну где-то я услышал ее. Угу. Зачем бы дома так смело? Заебись. Ну, неплохо. Неплохо? Неплохо. А что тебе не понравилось? Что тебе понравилось, что тебе не понравилось? Скажи, пожалуйста. Оцени, твое экспертное мнение. Мне все понравилось, я послушал. Тебе все понравилось?
Мое субъективное экспертное мнение? Да, да, да. Мне зашло. Тебе зашло? Мне зашло. Я просто послушал бы один раз, и все. Один раз? Да. Окей. Понятно. Один раз, сука, я сидел весь день, блять! Вот с этой хуйней, если один раз бы послушал, я в ахуе, чувак! Блять, я просто, блять, убил нахуй брата только что! Блять! Как вам? Да, это реально очень охуенно, я бы такое бы слушал. Ты бы слушала такое? Класс! Это гениально. Тебе понравилось, правда? Блять. Я прям, ну потому что я вообще прям, блядь, Оксимирон — это моя любовь, я не знаю, я когда увидела, я так думаю, блядь, чё, типа, серьезно, это вообще, это заебись, у тебя очень круто получается. А чё на тебе торчит вот так вот? Блядь, это шрам от коньков, я катался на катке, и мне уебали какая-то тварь коньком, я теперь урод, посмотри на меня, я лысый, и еще с такой херней на башке. Это что, она для прыжки въебала на коньком, слышишь? Да, с двух ног, как Лю Кэнг. Я Лю Кэнг этого, знаешь, один на один волком делаю. Бля, класс, пацаны. А сейчас настало время выбрать лучшего комментатора на коробку, но, ребят, перед этим важная информация. Напишите, пожалуйста, в комментариях имя рэпера, которого вы хотите увидеть в следующем выпуске чат-рулетки. Ну а лучшим комментатором на этой неделе стал Аквамин. Вот с этим комментарием. У нас скоро закончится место на коробке. И мы что сделаем? Для тех, кто задает вопросы, что ты будешь делать, когда закончится место на коробке? Купим еще больше. Нет, мы перевернем коробку. Перевернем игру. Да, да. И коробку. Но пока коробка не перевернута, Аквамен, вот он. Ты здесь, видишь себя? Ну вот и все, ребят, с вами был Bad Box. Обязательно подписывайтесь на канал, красная кнопка, да, все помнят. Ставьте лайки, рассказывайте о нас всех, всем своим друзьям, мам. Что? Давай не повтори, как в прошлом выпуске. Я каждый раз забываю. А-а-а, колокольчик. Обязательно ставьте колокольчик, короче. Все, с вами был Bad Box, пока. Bad Box.